секунд до старта. Пока алтайские реки скованы льдом, рафтингисты оттачивают навыки на закрытой воде. Чаша бийского бассейна «Заря» приняла 160 спортсменов из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей и Горного Алтая. Кубок Сибири по рафтингу и грибному слалому в бассейне проходит регулярно. Многие соперники за это время успели сблизиться настолько, что сели в одну лодку. Женская команда «Алтайки» состоит из жительниц Бийска и Барнаула. Мы всю зиму занимались в этом бассейне, поэтому полностью готовы к сезону. И это у нас уже вторые старты в этом году. Первые старты прошли в Горно-Алтайске. Достаточно успешно, команды все были в призерах. Соревнования включали в себя дисциплины слалом и параллельный спринт. Спринт, то есть гонка на скорость, а слалом еще и на точность действий. Командам или индивидуальным спортсменам нужно было максимально быстро и точно пройти через контрольные ворота. Створы ворот, которые нужно проходить между двумя вехами. Вот. Они как бы имитируют природные препятствия на обычной бурной реке, горной реке, да, поэтому и называется слалом. То есть, когда ты лавируешь между препятствиями различными. Прохождение здесь заключается в чем? То есть, во-первых, время от финиша до старта. Во-вторых, каждое из этих препятствий, то бишь будет ворот, судится, да, и штрафы складываются потом со временем. Спортсмены могут выступать одновременно в нескольких категориях. И в составе команды на рафте, или показать только свои умения, например, на каноэ. При этом нельзя сказать, чем управлять проще. Наверное, проще всего в четверке, потому что там 4 человека, меньше ответственности, то, что за других. И мы с друг другом можем ближе общаться и решать, переговариваться. Тоже считаю, что в четверке. Но лучше всего в каяке. Ты там один, сам за себя отвечаешь. Да. Некого обвинить, только себя. Бийские команды и спортсмены вошли в число призеров и победителей. Золото у девушек-юниоров, команда «Касатки», серебро среди женщин сборная «Алтайкист». Среди мужчин – скат. И Карина Соколова стала победительницей в грибном слаломе на каяке. Евгения Ижутова, Алена Кисеева, Андрей Сигаев. Будни.